Так, простейшая сменка. Она реально очень простая. Сейчас я вам покажу как сменку, а потом покажу, как было на том видео. Как сменка, она выглядит примерно вот так. Не знаю, возможно, не очень ровно сделал. Теперь покажу, как она выглядит на том видео. То есть мы показываем, что в руке ничего нет. Проводим несколько раз над колодой и происходит сама сменка. Так, как же ее делать? Движение на самом деле очень простое, довольно-таки. Ваша подготовка. Любая перевернутая карта, которую вы хотите проявить, накрытая обычной картой. Ну, то есть, как и вся колода. Итак, смотрите. Вы держите брейк на этих двух картах. И нужно научиться ровно, самое главное, ровно вытаскивать вот эту карту, хотя бы на чуть-чуть. Дальше уже будет совсем просто перевести ее наверх. Вы вот так показываете несколько раз, и после этого выдвигаете. Дальше вы можете также поводить, но желательно выдвигать ее вот сюда, чтобы вы могли раскрыть вот так пальцы и водить спокойно. И в любой момент сбросить ее. Давайте попробуем еще раз. Накрыли, указали, выдвинули. Вот, самое проблемное место, это когда она выходит вот так. Нужно выводить ее ровно и накрывать. Но это чисто тренировать нужно это движение. Сейчас попробуем показать. Сейчас не особо, но в принципе неплохо, я думаю. Ну, тренируйте это движение, и все у вас получится. Опять карты бегают, разъезжаются. Надо их утихомирить.